14 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Московская областная филармония представит концертную программу «Живые картины Руси. Танцуем и поем» в исполнении солистов и балетной группы Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко». На концерте прозвучат русские народные песни, произведения советских и современных композиторов. Танцевальная группа порадует зрителей зажигательными плясовыми трюками. Начало мероприятия в 14:00. Также 14 октября в Горках Ленинских пройдет спектакль «Сказки пестрого попугая» в исполнении актеров театра «Комикс». Начало в 12:00. Еще 14 октября всех жителей района ждет интересное мероприятие «Краеведческие субботники», которое пройдет в читальном зале Центральной библиотеки по адресу Заводская, 24. Начнется мероприятие в 11 часов. А 15 октября в 15:00 Центральная библиотека приглашает всех желающих на творческий вечер поэта и прозаика и серби Слободанки Антич. Интересные мастер-классы, конкурсы, концертная программа пройдет в это воскресенье, 15 октября, в Доме культуры «Буревестник» села Молоково. Музыкальный фестиваль «Голос осени» начнется в 17:00. И, конечно, спортивная афиша. 15 октября во Дворце спорта «Видное» состоится баскетбольный матч. Баскетболисткам команды «Спарта НК» предстоит поединок чемпионата России против «Енисея» из Красноярска. Начало игры в 16:00. Вход бесплатный. Приходите болеть за «Спарту». В заключение, кино в кинотеатре «Искра» зрителей ждет российский драматический художественный фильм «Салют-7». Космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы Центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь единственно возможный. Они должны не только проникнуть на Салют-7, но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях. Полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.